Всем привет! С вами я, Виола, и сегодня я хочу вместе с вами перебрать свои украшения на шее. Не все, но даже это видео, я думаю, выйдет в двух частях. Давайте не будем в долгий ящик откладывать показ и начнем. Начну с того, что на мне подарок Мигрибан Ханум к моему ягодному юбилею. Это вот такое крупное кольцо с порочным жемчугом. Оно мне очень нравится. И вот Мигрибан Ханум сделала мне такой щедрый подарок. Заказала к моему дню рождения кольцо и гривну с кулоном. Я их показывала, но сегодня я решила в нем покрасоваться. Здесь у меня наше кольцо. Наше кольцо Вентем с ониксом. Кожаное. Очень оно удобное. И мой браслет я. У меня уже есть мой браслет. Здесь вот обозначение планеты покровителя Солнца. Вот такое. Буква моего имени. И лев. Вот такой браслетик я тоже. Кожа и серебро. Это наше украшение V&M, а это подарок. Так, начнем. Начать хочу вот с такого ожерелья. Собирала я его своими руками, оно хаотичное совершенно. Здесь у нас оникс, гематит, бусины гематита, палочки гематита, серебряные шарики, рутиловый кварц, хрусталь, моховый агат. Потом, что еще здесь было, я совсем забыла. А, глазковый агат. Ну, в общем, вот такая сборная солянка, собранная моими руками. Причем у ожерелья нет ни конца, ни края для того, чтобы выкладывать его на себе по настроению, по желанию. Вот эти вот бусины, как-то играть с ними, скажем. Следующее украшение, которое я покажу, это вот это украшение с шарами. Покупала я его в Тбилиси. В свое время я предлагала его к продаже, но оно как-то никого не заинтересовало. Я оставила его себе. Теперь я его уже не продам ни под каким соусом, потому что это достаточно редкое украшение. Здесь серебряные шары и вот такие шары, инкрустированные шпинелью. Черная шпинель. Есть у меня под него кольцо и также у меня есть серьги. Мне их Марина присылала. Марьяшек, тебе большой-большой привет. Так что вот осталось оно мне, чему я очень-очень рада. Крупное украшение к шейке смотрится великолепно просто. Так. Так. Еще сутуары, собранные мной. Сутуар с аметистом. Их здесь два. Здесь идет аметист и серебро. Серебряные палочки, серебряные шарики. Собирала тоже собственноручно, тоже присутствует определенная асимметрия тут. Вот одно такое, мелкие бусины аметистые, покрупнее, не в огранке, и вот это подлиннее уже. Ношу я их вместе. Если честно, почему собрала еще это, потому что я не люблю четные числа, а так как это я ношу в два ряда, то я решила вот так вот третьим рядом его разбавить. Такая есть у меня заморочка. Не люблю я четные числа. Вот такие аметисты с серебром. Так, следующее у нас будет вот эта гривна. Покупалась в нашем салоне, очень такая полновесная. Здесь вставки оникса и перламутра. Ношу ее тоже. Ну, вы сами знаете, есть украшения, которые мы покупаем, но они как-то, тем не менее, носятся либо очень редко, либо вообще не носятся, жду своего часа. Это украшение из категории носибельных. Не скажу, что с утра до вечера, но ношу. Реже ношу вот эту гривну, вот такие поцелуйчики. Тоже приобрет... Ой, прошу прощения. Она так пружинит. Тоже приобреталась в нашем салоне. Ее я надевала, но...
Носится пока не так часто, как могла бы. Но, тем не менее, есть вот такая вот в коллекции гривна. Так, давайте вот так ее положим. Здесь у меня красоты не получится, потому что будет тоже присутствовать определенный хаос, так как украшения как-то надо собрать чуть-чуть, чтобы они все уместились более или менее перед вами. Вот это украшение мне очень нравится. Приобретала я его тоже в Тбилиси в этом году. Здесь вот эти ракушки полые. Тоже серебряные палочки, серебряные шарики. Я жалею, что я забыла о нем, когда я ездила на брань. Там бы оно пришлось ко двору. Как-то я запамятовала. Оно такое классное очень тоже. Оно не длинное, но очень хорошо садится. Мне нравится, как оно выглядит. Нравится вообще вот эта морская тематика. И я вижу его с браслетами жемчужными, которые мне от Марины из Италии приходили. Мариш, привет тебе большой. Вот как-то в компании этих браслетов, я думаю, самое то, самое место этому украшению. Так, следом давайте я покажу арабскую гривну. Есть у меня вот такое украшение из серебра. Здесь символика наша идет исламская, восьмиконечная звезда. Вот так оно смотрится. Здесь кулон не снимается, поэтому украшение считается цельным. Покупала я его с рук у нас. У меня также есть к нему кольцо. Тоже вот с такой же символикой, тоже такой же круг. Правда, поменьше. Ну, вот такое классное очень украшение. Мне оно нравится. Я вообще люблю украшения, которые, ну, какие-то национальные. Что-то в них присутствует этническое. Мне очень нравится какая-то символика определенная, присущая тому или иному народу. Так, вот такое есть у меня украшение с эмалью. Это Италия. Италия достаточно старая. Вот такая красота. Такое ожерелье. У меня к нему есть также серьги и браслет. Очень мне нравится. Я в прошлом году надевала на свой день рождения его. Красивое украшение. В этом году ни разу так летом не надела. Что-то тоже как-то я про него подзабыла. Надо поносить. Хотя это украшение, оно, в принципе, на любое время года. Единственное, что исключая серьги, потому что серьги очень длинные и очень эффектные. Их зимой особо, конечно, не поносишь. Почему-то резкость не наводится. Ну, вот так. Я думаю, что многим из вас эти украшения знакомы. Красивые. Вот такая красота. Позолота здесь идет. Ну, она сразу же видна. Так, следом с удовольствием представлю вам вот это украшение. Покупала я его в нашем салоне. Покупала не так давно, но относительно недавно. Также точно такое я предлагала к продаже. Как ни странно, никто им не заинтересовался. Вообще бывает вот такая вещь. Я давно отметила эту закономерность. Когда действительно я думаю, что вот это украшение, но на 100% уйдет. Не может быть, чтобы оно не ушло. Зачастую так бывает, к сожалению, что именно эти украшения остаются без внимания. Я вот сколько раз уже зарекаюсь, думаю, ну как зарекаюсь, говорю, что не надо, не надо, не думай, что это продастся. Но от меня это не зависит, мысли как-то в голове бродят. И вот по закону подлости они не уходят. Вот такое украшение мной было предложено. Единственное, что я здесь сделала, я его удлинила. Оно достаточно короткое, в принципе, это можно всегда переиграть обратно. Здесь был замочек, я его сняла и добавила вот такой вот шнур. Мне понравилось оно в более длинной форме, но я где-то, наверное, в ближайшее время все-таки я его переделаю обратно, потому что мне что-то короткое тоже хочется. Ну, это как бы можно играть с этим тоже, это не проблема. Такая прелесть. Очень мне она нравится. Очень.
следующее украшение я тоже собирала своими руками, но здесь особого, ну, как бы такого умения не нужно, просто я его разбавила немного большим количеством ониксовых бусин. Я приобретала его в салоне, но оно для меня было коротковато. Я его переделала на свой лад, добавила немножко разные, разнокалиберные бусины оникса. И то, что получилось, меня вполне устраивает. Мне нравятся очень крупные здесь бусины. Это коралл. Коралл тонированный, но природный. Не прессованный. Природные вот такие крупные шайбочки такие коралла. И черный оникс. В принципе, сочетание цветов классическое. Ношу я его со своим красным льняным платьем. Оно тоже такого насыщенного цвета. И смотрится великолепно. На мой взгляд, на мой вкус. В принципе, под это платье я его и собирала. Это ожерелье. С таким вот подвесом. Мне нравится. Не знаю, понравится ли вам. Так. Следующий покажу вам свою бирюзу. Тоже показывала не так давно, но тем не менее хочется показать. Вот интересное кино. Вот вне камеры бусины совершенно другого цвета. Камера очень сильно деформирует цвет, очень сильно его меняет. Подвеска. На подвеске почти цвет точный, можно сказать. Но все равно есть какие-то искажения. Здесь коралловая такая вот капелька. Кулон был приобретен мною в салоне. Вот эти вот бусы, как я не люблю это слово, ну, хоть убейте, не люблю и все. Да, вот это ожерелье, я было приобретено их два. А потому что потом Мигрибанха, ну, мне его разбавила, пересобрала сама лично. Хотелось нечто более крупное, нечто более такое эффектное. Добавили мы этот кулон. Вот, ну, вне камеры, я говорю, вот совершенно практически один и тот же цвет. Очень камера его искажает. Ну, вот такая вот красота получилась. С удовольствием я его тоже ношу. Ношу достаточно часто. Как бы мне его положить, чтобы все это было не травматично и красиво. Более или менее. Так, и, конечно же, в конце я покажу вот этот вот своеобразный чокер, достаточно длинный, иначе я не знаю, как его назвать. Это наше украшение V&M, набор сфера, чокер от него. Здесь серебряный шар, кожаный, из натуральной кожи шнур. И вот такой вот интересный элемент, застежка с ониксом. Вот таким вот образом он отодвигается. Ну, все вы это видели, в любом случае показываю, уже покажу. И вот так это все работает. Очень хорошо ложится, очень хорошо выглядит. Прекрасно, это очень стильно и современно. Я вот обожаю свои украшения, вернее, наши украшения с Мурадом, нашего тандема. Я их очень люблю. И считаю их очень современными и очень классными. Так, сколько у нас времени? О, время еще есть, но я на этом, наверное, первую часть видео буду заканчивать, потому что не хочу слишком сильно растягивать и покажу оставшиеся во второй части. Скоро мы с вами увидимся, и это была я, Виола. До встречи, мои дорогие, до скорой встречи.